Всем привет, друзья! Сегодня будем делать полезную самоделку из обычной пластиковой канистры. Можно взять не такую, как у меня, а то, что есть под рукой. Сейчас все поймете. Кроме канистры нам понадобится кусок пенопласта или пенополистирола, подобный шланг, ступенчатое сверло, жидкие гвозди или сантехнический герметик и какой-нибудь кран. Я взял самый дешевый за 30 рублей. Дальше под музычку в ускоренном темпе будем все это дело собирать. Так что вперед и с песней! Как вы, наверное, поняли, получился простенький рукомойник. Я закрепил его на перфорированную ленту, но оставил слабину, чтобы было легко вынимать канистру, когда закончится вода, и вставлять уже полную. Но можно и модернизировать такое крепление. Посмотрим чуть попозже. Трубочка работает для подачи воздуха в канистру. Поплавок из пенопласта держит трубочку в канистре над водой, что не дает воде через эту трубочку вытекать. Но воздух в канистру поступает, тем самым дает воде спокойно вытекать из крана. Как вы видите, вода спокойно вытекает, никаких проблем нет. Напишите в комментариях, как вам такая самоделка, что вы думаете по этому поводу и какие еще полезные штуки можно сделать из пластиковой канистры. На этом все, если понравилась идея, то поддержи меня лайком, подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. Всем хорошего настроения, всем пока! Работает, блядь. Не капает даже. Мойте руки, нахуй.